Мультиварка – это такая умная кастрюлька. В ней можно варить, запекать, тушить и даже жарить. При этом ничего не подгорит и не прилипнет. А можно загрузить ингредиенты, поставить отложенный старт и не волноваться о завтраке или об обеде. И это далеко не все функции. Одним словом – мечта. Как выбрать мультиварку? Разберемся. Для начала стоит определиться с типом мультиварки. Классическая мультиварка – универсальный вариант без дополнительных премудростей. В ней можно варить, тушить, томить, запекать и даже жарить. Мультиварка-скороварка. Такая машина может создавать повышенное давление, за счет чего продукты в ней готовятся гораздо быстрее. Правда, в такой мультиварке нельзя открывать крышку. Так, например, в обычной мультиварке суп сварится за 2 часа, а в мультиварке-скороварке за пол. При этом ее можно использовать и в режиме классической мультиварки. Есть еще такие специфические типы, как мультиварка-электрогриль, рисоварка, мультиварка-коптильня. По сути, это та же классическая мультиварка, только с дополнительной функцией и набором программ для нее. Таких типов не очень много, экзотика все-таки. А еще есть мультиварка, которая зовется мультикухней. Она умеет поднимать нагревательный элемент, и ей можно пользоваться как обычной конфоркой. Здесь есть два варианта – ТЭН или индукционный способ нагрева. Чаще всего встречаются мультиварки с ТЭНом или трубчатым электронагревателем. В простых моделях один ТЭН, который установлен снизу, у чаши. В более дорогих мультиварках может быть несколько ТЭНов – снизу и по бокам. Иногда ТЭН могут установить и в крышке прибора. Такая модель гордо носит имя мультиварки с технологией 3D-разогрева. Что это дает? Чаша разогревается процентов на 30 быстрее, а энергопотребление при этом остается тем же. Мультиварка с индукционным разогревом потратит в 2 раза меньше электричества и приготовит ваши блюда немного быстрее за счет быстрого нагрева чаши. Правда, такой способ разогрева используется только в дорогих моделях. Обратите внимание на объем и покрытие чаши. С объемом все понятно. Чем больше семья, тем больше мультиварка. Для одного человека достаточно 2-литровой чаши. А если нужно варить суп для большой семьи, задумайтесь о приобретении 4-5-литровой мультиварки. Кстати, мощность мультиварки соотносится с ее объемом. Чем больше аппарат, тем выше должна быть его мощность. Чаша может быть с антипригарным или керамическим покрытием. Знаменитый представитель антипригарного покрытия – тефлон. Отличные антипригарные свойства, да и моется такая поверхность легко. Единственный минус – тефлон и подобные ему покрытия очень быстро изнашиваются. Если вы поцарапаете острым предметом антипригарную поверхность, то пользоваться ей будет уже нельзя, потому что в пищу могут попасть токсичные элементы. Впрочем, керамическое покрытие тоже не вечно. При повреждении или изнашивании его антипригарные свойства уменьшаются, зато можно не бояться, вреда здоровью это не принесет. Поэтому мыть губкой или щеткой такую посуду спокойнее, не так страшно поцарапать. А вот в посудомоечной машине чашу с керамическим покрытием мыть нельзя, потому что покрытие боится перепадов температур. Кидать ее тоже нельзя. Стоимость чаши с керамическим покрытием выше, чем с антипригарным. Бывают чаши и вовсе без покрытия, тогда пишут, что чаша из нержавеющей стали. Ну и какое бы покрытие вы ни выбрали, убедитесь в том, что сможете купить сменную чашу, когда придет срок. В зависимости от количества нанесенных слоев покрытия, чаша служит от года до 3 лет. Конечно, классно, когда в мультиварке много предустановленных программ. Жарка, выпечка, варка, стерилизация, тушение, томление, бобы, крупы, молочная каша, детское питание, йогурты, мясо, рыба, овощи, плов, тесто, паста, рис. Это позволяет не заморачиваться. Положил продукты, как написано в инструкции, включил соответствующую программу, подождал и готово. Но на самом деле куда важнее регулировать температуру и время готовки самостоятельно. Вот тогда действительно можно разгуляться и приготовить любое блюдо именно так, как нужно вам. Эта функция называется мультиповар.
Комплектация может быть разной в зависимости от функции конкретной мультиварки. Ложки, черпаки, стаканы, щипцы. Выбирайте в первую очередь мультиварку. Аксессуары для специфических функций в любом случае будут в комплекте. Что действительно важно, так это книга рецептов. Посмотрите, какие замечательные блюда можно по ней приготовить. Поговорим о мелочах, которые не влияют на приготовление блюд, но делают процесс пользования мультиваркой приятнее. Практически у всех мультиварок есть функция отложенного старта. Это значит, что можно загрузить продукты, включить таймер и пойти по своим делам, а мультиварка начнет готовить в назначенное время. Если есть режим автоподогрева, то прибор после завершения работы будет держать ваши блюда горячими. Предварительное отключение этого режима – тоже важная функция. Это позволит вашим блюдам подостыть к моменту вашего прихода. Бывают блюда, для которых нужно использовать последовательно два режима, отличающихся температурой и длительностью. Это можно сделать вручную, просто переключив режим на корпусе, а можно запрограммировать мультиварку, чтобы она переключилась автоматически. В этом поможет функция установления двух таймеров для одного блюда. И последнее. Некоторыми мультиварками можно управлять прямо с телефона через специальное приложение. Вот это действительно удобно. А если у вас остались вопросы, звоните или пишите в онлайн-гипермаркет 21век.бай. Профессиональные консультанты помогут определиться с выбором и оформят заказ. Кулинарного вам вдохновения!